Продолжаем тематику юмора на канале Old Dutchman. 90-летний старик приходит к доктору и хвастается, что вот несколько лет назад он женился на 30-летней девушке, все прекрасно, все замечательно. И вот он хотел бы поделиться с доктором своей последней новостью. Оказывается, девушка беременна. Вот как такое могло произойти, он, конечно, не знает, но он безумно рад, что у него появится наследник или наследница. Но врач так посмотрел на него и говорит: вы знаете, давайте я вам расскажу одну маленькую историю. Вот вы, допустим, идете в лесу, со своей тросточкой гуляете, прогуливаетесь. Вдруг видите, где-то на лужайке сидит заяц. Вы поднимаете свою тросточку и бум, стреляете в зайца, он падает замертво. Старик смотрит на врача и говорит: ну это же невозможно. Как может трость выстрелить? Это значит, что выстрелил кто-то другой. Врач говорит: вот об этом я и хотел вам сказать. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями. Всем удачи, пока.